4 или когда 8, это уже нелегко. Особенно, когда ты не знаешь, кто есть кто, о чем это все. А нового достаточно много, а сделать выбор я ни за кого не могу. Каждый должен сам выбирать и принимать все последствия этого выбора. А это есть экзистенциальное решение. Так что видите, как подспудно трансперсональный конгресс мы упаковали в очень качественную экзистенциальную оболочку. А если принять во внимание то, что вокруг многих тем и докладчиков ходят мифы, иногда многолетние, поросшие мхом о том, кто есть кто, и что на некоторых особенно значимых фигур навешено, как на вешалку, столько проекций в отношении того, что они ого-го какие, а мы ого-го какие, то явно в конференции присутствует очень сильное мифическое измерение. Видите, как мы исхитрились? Много лет назад, в далекое мифическое, доперестроечное время, в 1980 году, помню, как сейчас, Брежнев был еще жив. В 82-м, извините. В Москву приехал великий суфийский мастер. И мы узнали о нем. И одновременно один из членов нашего подпольного трансперсонального кружка, Виктор, рассказал о встрече с удивительным человеком, Игорем, который в то время был очень ярким театральным режиссером-новатором, мастером соционики. Это сейчас по соционике можно купить книги, а тогда она была весьма и весьма эзотерической дисциплиной, и знания о ней передавались только из уста в уста, посвященным. И Виктор рассказал об Игоре Калинаускасе. И тогда я впервые встретился с Игорем. И, конечно же, был очарован его страстью, прежде всего, к настоящему. Его мастерством общения, тогда это была редкость, и какой-то внутренней свободой, которая была в поразительном контрасте с духовно помешанным большинством советских эзотерических тусовок. Потому что очень многие были графоманы, рерихнувшиеся, и даже те, которые занимаются очень упорно йогой, кажется, что-то такое, в общем, со словом йога. Вот, и вот такого рода духовная помешанность, какая-то, вот знаете, я бы даже сказал, сектантство в самом настоящем смысле, она резко контрастировала с той внутренней свободой, которая, как-то не стесняясь, брызгала через Игоря на всех людей, которые вот попадали в зону действия, что называется, этого фонтана. И Игорь прошел свой путь за это время до настоящего момента, раскрыл множество козырных карт в колоде своей жизни. Талант художника, талант певца, особый неподражаемый стиль, дуа зикр. Кто не знает, посмотрите в интернете, есть сайты, там музыка. Выставки его с успехом как художника прошли по многим странам мира, Европы. Его «Тайную вечерю» выставляли аж в Ватикане, по-моему, да? В музее Леонардо да Винчи. Его инсталляции, как бы такие постмодернистские духовные инсталляции на тему «Тайной вечери» Леонардо. И даже сейчас он балуется живописью, так набалуется, что целый выставочный зал картин. И
можно даже заказать свою картину и одновременно получить удивительный психологический портрет. Ну так, в дополнение к художественному. Такая особая вида консультация. И для меня Игорь прежде всего остается оригинальным, исконным мастером этой земли, человеком, который впитал ее крови, ее соки, и через которого струится вот этот русский дух, вот этой славянской вселенной. Итак, Игорь Калинаускас. Сидел, заслушался, Володя, думаю, вот бы познакомиться с этим человеком, про которого он рассказывает. Вообще, конечно, положение у меня аховое, потому что конец дня, лето, на предыдущем ораторе иностранного происхождения вот тут было много народу. А как-то своих, ну а что своя, никуда денутся. Это другой вопрос, это лучшее, естественно. Вы знаете, я последние 50 лет искал ответы на простые вопросы, такие наивные вопросы задавал, читая всякие эзотерические тексты, слушая эзотериков, которые все говорили какими-то иностранными словами и козыряли иностранными именами, а мне хотелось как-то услышать это, ну, как-то проще, да, на своем языке. И, в общем, как-то так сформировалось, что я много лет посвятил тому, чтобы создать тексты на русском языке, более-менее современном, и как-то попробовать избавить все эти знания, технологии, практики, описания картин мира от такого экзотического звучания. Я понимаю, что это нехорошо, потому что для многих людей именно экзотическое звучание важнее содержания. Это приключение. Поехать куда-нибудь в уважаемом Гималаи или в антисанитарные условия пещер Гиндукуша, потом оттуда приехать и ходить с орденом на груди по этому поводу. Я там был. Правда, мне тоже пришлось кое-где побывать. Ну, дабы как-то, кроме текстов, тем более переводных, я, к сожалению, не успел освоить иностранных языков, поскольку пытался освоить русский. Это не потому, что я там что-то имею против других языков. Нет, ну просто действительно так сложилось, я не успел. Хотелось еще как-то встретиться с какими-то живыми носителями разнообразных практик и традиций, посмотреть, что это такое, попытаться пожить в этом. Но тут вот Володя Майков, известный соблазнитель, вдруг появился, как всегда, вдруг. Говорит, вот конгресс, ля-ля-ля, фа-фа-фа, вот такая тема, революция сознания. Меня аж просто как током ударило. Думаю, ничего себе заявочка.
Последняя революция сознания, насколько мне известно из Библии, произошла где-то около 6000 лет тому назад. Помните? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Да, до этого как-то все было природненько. Ловили там мамонтов, объединялись племена, потому что надо было как-то вместе. Мамонт большой, человек маленький. Матриархат, поскольку надо было плодиться и размножаться. А тут вдруг появились слова. И это была революция сознания. Слов становилось все больше, 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 больше. Цивилизация развивалась. И в конце концов удалось построить из слов несокрушимые стены, отгораживающие людей на их конвенциональной территории, в их конвенциональной реальности от всего остального. Человечество решило свою молодежную проблему того ужаса, который оно пережило, когда человек вдруг осознал свою отделенность от природы. Вот я маленький, беззащитный, да, требующий специфических условий существования, а вот огромный мир, стихийный, неподконтрольный и так далее. Так родилась генеральная идея прогресса, порядок, контроль. Да, предсказуемость. Ну и, наконец, мы попали в сегодня. Стены такие большие, что за ними ничего не видно. Но некоторые, ринувшись на окраины империи, там, где живет духовность, она все еще живет на маргинальных окраинах человечества. Некоторым удалось некоторые слова превратить в двери в этой самой стене и выглянуть через эту дверь в мир. Там ужасно страшно. Ну и тогда, чтобы не вылезать за стены, стали строить из слов вот эти облака над головой, высшие миры, там внизу нехорошие миры, направо пойдешь, к черненьким попадешь, налево пойдешь, к беленьким попадешь. Ну, в общем, кругом окружили гады. Впереди неизвестность, позади прекрасное прошлое. А почему оно прекрасное? Потому что мы не сошли с ума, нас не истребили хищники, да? Мы победили всех. Планета наша. Ну, кроме вулканов, землетрясений, цунами, все остальное наше. Живем везде. Даже на Северном и Южном полюсе отдельные представители человечества занимаются тем, что называется наука. Слова, слова, слова. Что читаете, милорд? Слова, слова, слова. Знаете, когда я писал кандидатскую диссертацию, у меня прекрасная была шефиня, Ангелина Ивановна Нягу, один из крупнейших невропатологов Советского Союза, она мне говорила: главное, Игорь, в науке разучить правильные слова. Мне бы очень не хотелось, чтобы трансперсональный проект превратился в библиотеку, очередное отделение библиотеки человечества с правильными словами. Мы все разучим их наизусть, и наша мы будет самая мышастая,
потому что никто этих слов наизусть не знает, кроме наших. И так будем опознавать друг друга конгруентно. Ага. Трансперсонально. Угу. Холотроп. Да. А что ж с сознанием-то? Вот, ну, кто-нибудь, вот, да, вот название, ну, написано же, я же не виноват, правда? Давайте заглянем туда, не сюда, а туда, в себя, к так называемого себя. Обожаю это себя. Самосовершенствование. Самосовершенствование. Мэри Поппинс. Что же мы там найдем? Ну, во-первых, оказывается, там пространство. Там не это, не книжные полки, где все по алфавиту расставлено, там пространство. А в этом пространстве плавают СКО. Спасибо Станиславу. Разнообразный сквозь. Мало того, что это пространство, оказывается, это пространство так же бесконечно, как и Вселенная. Ничего себе! Только что избавились от страха перед Вселенной, построив такие прекрасные стены из прекрасных и умных слов. Тут решили заняться собой. Может быть, уже пора. А там, оказывается, тоже Вселенная. И еще та, да. В темной, помните, да? В темной, как темнота, темноте. В пустой, как пустота, пустоте. Жил да был Бог. Чего он лучше места не нашел? Я там был. Знаете, я однажды был на лекции в городе Даугавпилсе. Приехал товарищ из Риги, братства Агни-йоги. Йогнутый, вот не мог вспомнить, Володя, слово. И он, значит, рассказывал нам про нирвану. И в азарте говорит: вы были в Невране, я там был. Ужасно интересно. Не, я был в этой темной, как пустота, в темной, как темнота, в пустой, как... Я был, я проделал этот эксперимент, я подготовил команду для страховки, чтобы можно было как-то вернуться. Один, правда, из команды долго не высидел, сказал: а, это все, мура, пошел и спать. Там потом были сложности, но эти двое остальных справились. Ну вот, значит, ушел я туда, ничего интересного. Ну, действительно, темно и пусто. А я, значит, свои драгоценные инструменты тела, сознания, душ оставил товарищам. Товарищ, которому я оставил свое тело, все это время, пока я был там, мысленно, кайф ловил, да? Мысленно давал бывшему моему, а временно его телу, всякие распоряжения, тело садилось, вставало, поднимало руки, шло, падало. Ну, развлекался человек, скучно, ночь. Человек, который отвечал за мое сознание, прошло уже с тех пор... Боже мой, как я здесь давно. 30 лет. Мама моя родная. Вот, так он до сих пор не отличает свое от чужого.
То есть они жили полнокровной жизнью. Хорошо, что тот, который за душу отвечал, сказал, это все мура, он просто спит и ушел. А так бы, черт тебе знает, что было. Ну вот, вылез я кое-как оттуда, сидим и пьем чай. И я думаю, что такое в голове какие-то пионеры? Никогда не имел дела с пионерами. В галстучке. Я говорю, как что за пионеры? И человек, который отвечал за мое сознание, говорит, ой, это мои, я забыла. Вот объясните мне, вот я до сих пор мучаюсь, как имеет это отношение к духовности трансперсональной или нет? Где я был? И какого вообще дара нам? Я потратил много времени на подготовку. Итак, пространство. Что бы там ни было темно, зажгем свет. А? И назовем это белое светящееся пространство. Сделаем ему ом. А можно так. И все, прощайте все. С вашей тут вознёй, грызнёй. И мы без всяких наркотиков. Знаете, я участвовал в экспериментах под опытным кроликом. Ну, так надо было, да. У меня маленький ребенок, на работу не берут. Вот, пошел в подопытные кролики. Серьезное место, там много аппаратуры было. И вот мы там воспроизводили все биоэлектрические и биохимические параметры любого наркотика, то есть его воздействие на наш организм. Так что, в общем, человек велик во всем, и можно не тратить деньги, покупая негарантированного качества наркотик. В том числе и ЛСД. Спасибо, Станислав. Вот. А так самому. Чпек-чпек-чпек-чпек-чпек. Холотроп. Входишь в режим. Организм вырабатывает гормоны счастья. Да? Плюс адреналин, нон-адреналин. И расслабон, релакс. И пошли судороги, вопли. А почему это не делать вечером, перед тем, как заснуть? Я всегда так засыпаю. Если во мне что-то есть, я как собака или кошка. Подергаюсь, пару раз делаю так. Спонтанно. И после этого сплю. Вот я извини, Станислав, я не занимался холотропом. Хотя это хорошая штука, действительно. Я просто смотрел на кошек и собак. Они именно так засыпают. И так сбрасывают накопившееся напряжение. Итак, да, я что-то про сознание говорил. Вот такое у нас, вот, понимаете. Проблема. Говорим про одно, думаем про другое, делаем третье, а мечтаем о четвертом. Знаете, есть принцип восточного кулака. Думать, мечтать, делать и говорить одно. Несокрушимый кулак называется. Школа такая есть. Это я подражание Брюсу Ли. Не просто так, а так все надо сделать. Вот. Как же мы во всем, в том числе и в внутреннем пространстве, ориентируемся? Да очень просто. Естественная у нас базовая структура сознания, ориентации. Естественно, впереди, позади, с одной стороны, с другой стороны. Вверху и внизу. Вся. По идее, мы в центре. Какое-то наше «я» в центре.
А что такое центр системы координат? Правильно. Ноль. Великое изобретение арабов. Если я, конечно, правильно образован. Ну, может, кто-то другой, то тоже великий. Ноль. Ну, вот я знаю, как люди обижаются, когда говоришь ему, вот ты знаешь, вот восточная мудрость говорит, что надо прийти к такому состоянию. Я никто, и зовут меня никак. Тебе говорят, как это я никто? Как это меня зовут никак? Я столько лет трудился, я сделал то, практиковал то, и я никто. И он прав. А я лев. Потому что проблема-то не в этом. Мы в своем сознании, если научимся, немножко постараемся, можем построить любую вселенную и любого себя в этой вселенной. Но потом надо выйти, кушать хочется, водички попить, подышать воздухом, выполнить завещанное, плодитесь и размножайтесь, ну как-нибудь хоть чуть-чуть. И так далее. Хотя мы сами, как в квантовой психологии, говорят, сами мы это все создаем. Наблюдатель все это создает. Ну, оно же есть. Знаете, я однажды подслушал разговор двух игроков в покер. Один говорит, тебе не кажется, что все это иллюзии? А второй ему отвечает, а тебе не кажется, что это наши иллюзии, а не реальнее других реальностей? Это просто два игрока в покер. Вах. У нас еще есть. А, я чуть не забыл. У нас же есть вторая базовая структура. Что же у нас? Вторая базовая структура, мы все превращаем в ценности и эти ценности ранжируем. Это больше, это меньше. Это главнее, это менее главное. Это важно, это не важно. Это дорого, это дешево. И так далее, и так далее. Все ранжируем. Вот, собственно говоря, и все. В смысле базы, фундамента. Ну, а теперь на этом фундаменте можно построить много разного. Так, я думаю, хулиганить или не хулиганить дальше. Да? Хорошо. Так, это все побрехаловка. Во. Я нашел когда-то это слово. Побрехаловка. Значит, теперь обратимся к нам снаружи. Вот меня в 14 лет, это, наверное, от черепно-мозговой травмы, жутко начал мучить вопрос. А как устроен человек? Нет, что там строитель коммунизма, там 10 заповедей, это каким он должен быть, да? А вот как он устроен, вот практически. Хотя я Гегеля люблю больше Канта. Но вот почему-то практически как-то все мне хотелось. Ну, к чему я пришел? Чем я пользуюсь? Если кто-то, кого-то это как-то, то все списывайте на меня. Это я про себя рассказываю. Это не идеал, не истина в последней станции. Это вот Игорь Калинаускас, который так живет и придумал себе такую штучку. Ну, все мы знаем, есть теория потребностей, да, что наша активность обусловлена нашими потребностями, да, что у младенца есть врожденные потребности, то есть он еще только появился, а уже кричит «дай, дай», потому что есть биологические потребности, так, нужды,
кушать, дышать, пить. Да? Есть врожденная потребность в эмоциональном контакте. Все знаем, что если ребенка от матери отнять, а с другой суррогата матери у него не получится резонансных таких эмоциональных отношений, то будут проблемы. До года. Просто ужасные проблемы бывают. И врожденная потребность новой информации. Но это мы тут присутствующие все хорошо знаем. Тут мы готовы есть, есть и есть. Потому что как пока на сегодняшний день утверждает наука, потребность новой информации принципиально ненасыщаема. Вот ненасыщаема. Сколько не ешь, все равно есть хочется. Только чтобы новенькое что-нибудь. И вот представляете, происходит информационная революция. Появляется интернет. Мы еще так не очень врубились, как сейчас говорят, врубились. Да? Не очень врубились. Где мы теперь живем? Информация просто, вспомните, красный таз, синий таз, еще какой-то унитаз. Да? Одним, значит, информация сливки, другим информация молочко, а третьим то, что в унитаз. Вот и сливали у нас. А сейчас мы кинулись на просторы информационные. Конечно, куда мы кинулись? Ну, не к себе же там. Не читать же Флоренского, господи. Надо читать какого-нибудь Маккуэйна. Правильно? Извините. Это не шовинизм. Я читаю и Маккуэйна всех тоже. В переводе, правда. Но просто мне обидно немножко за наших. Они не глупее и просветленные, и технологии у них были, будь здоров. Но вот это вот нужно что-то незнакомое, новое. Так появилась библиотечная духовность. Это я никого не хочу обидеть, это я вот такой дурной. Книжек, текстов. Разучил наизусть кусочек отсюда, и пошло-поехало. Когда-то я имел счастье работать в единственной в Советском Союзе легальной лаборатории по всем этим делам. Под руководством замечательного человека, тут, наверное, многие его знают, Бахтиярова Олега Георгиевича. Инициалы у него хорошие, Бог. Бахтияров Олег Георгиевич. Вот. Как там он с властями договорился, не знаю, но мы там очень мило проводили время, общались, спорили, практиковали, показывали друг другу. И в одном мало было моментов, в которых мы сходились, что все так соглашались. Но один момент такой был, что любая практика дает реальные результаты, которые видно объективизируемо. Это 9-12 лет. А тут за уикенд и просветление. Конечно, человек пойдет на уикенд. Понимаете? Хотя это тоже хорошо, правильно? Игра такая замечательная. Так какая же может быть революция сознания после той, которая произошла 6 тысяч лет тому назад? Должны появиться чисто логически какие-то принципиально иные базовые структуры. И как-то туда, внутрь, фундамент попасть. Ну вот я для себя там и для товарищей парочку-троечку таких придумал, вот они что-то с этим делают. Я тоже это себе туда вставил, развлекаюсь. Вот когда-то у Ширвинта с Державина была такая миниатюра по случаю Дня космонавтики. Земля спрашивает, они двух космонавтов изображали таких.
В открытый космос выходили? А зачем? Нам и здесь хорошо. Их потом очень ругали за это. Тогда еще на Мавзолее так делали. По праздникам. А им и здесь было хорошо. Я вспоминаю Ромена Ролана, описание жизни Рамакришны, когда он встретился с этим самым йогом, странствующим, у того было всего 3 дня. Он больше 3 дней на одном месте не находился. И за 3 дня Рамакришна заглотил, он еще тогда не был Рамакришна, у него было другое имя, заглотил, значит, все, что ему туда вставил этот йог. И потом неделю он просто беспомощный, без сознания валялся, его кормили с ложечки, там за ним ухаживали, обмывали и так далее. Вот это что-то на что-то похоже, правда? А когда человек посидел в медитации, встал и сказал, я побывал в глубинах. Ну, может, и побывал, может, уже все так, как электроника, все меньше, 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 меньше. Одну штучку я вам расскажу. Она недавняя, имеет, как ни странно, отношение к сознанию. Дело в том, что есть такая потребность среди вот этих идеальных в смысле жизни. Да? Ну, наверное, все читали Франкла, который на примере чудовищных условий концлагеря показал, что те, которые смогли построить смысл даже в этих зверских, совершенно жутких условиях, те, значит, оставались людьми до конца, до самого крематория. А те, кто нет, то становились уже не людьми задолго до. И вот эта потребность в смысле жизни, с моей точки зрения, является матерью нашего интеллекта. Потому что интеллект не обслуживает наши потребности, он производит интеллектуальные продукты, а потом мы пытаемся или не пытаемся их продать и обменять на ресурс, который нужен для удовлетворения потребностей. Ну, так устроен мир социальный, конвенциональный. Да? Потребности у нас, а ресурс для их удовлетворения у них. Я хочу, а мы имеет. Поэтому оно меня имеет, как хочет. И вот что интересно. Звездануло как-то мне. Ну, я прочитал, наверное, этой самой эзотерической литературы тонны две. Ну, я так меряю. Извини, литература. Просто запоминать все названия всех авторов. Это есть люди, у которых такая память. Они с ним разговариваешь, у него через каждое слово фамилия чья-нибудь. Так и хочешь сказать, а ты Косова знаешь? Вот. Я всем благодарен, авторам этих текстов. Но однажды я смеялся 8 часов вслух. Потому что я понял, что я говорю, что они говорят, что до нас говорили, что после нас будут говорить. Все говорят, и все говорят одно и то же. По существу. И это здорово. И очень весело. Понимаете, я понял, почему Бальзак назвал цикл своих жутких романов «Человеческая комедия». Ну, действительно. Ну, что, весело, правда? Что там сериалы? Скучно, а вот весело, сказал он мрачным голосом.
Так вот процеживая постоянно вот это все через сито, что вдруг мне послышалось? А что же такое телесность? Это меня давно интересует, потому что это очень ругают. Да, вы знаете, еще со средних веков там, плоть надо даже стыдно сказать, убивать, говоря проще. Надо избавиться от ограничений тела, надо выйти за пределы тела, тело. В общем, тело – это такая же страшный дядька, как страшная тетка жизнь. Жизнь тебя научит, жизнь тебя обломает, перемелится, мука будет. А это тело, ужас какой, кошмар какой, низменное. Все полное, греховный сосуд. И страшный дядька тело и страшная тетка жизнь. Поэтому это все надо с этим завязывать и умирать досрочно. И тут я вспомнил, наверное, вы тоже многие знаете, эффект Гурвича, помните? Про то, что живые клетки обладают свойством магнитно-электрического резонанса. Знаменитый эксперимент, который может любой из вас повторить. Не очень дорого, всего две ваши месячные зарплаты. Берется колба из кварцевого стекла, разделенная на две части. Берется колония живых клеток, делится пополам. Одну половину мы не трогаем, а во вторую половину пускаем что-нибудь из арсенала спецслужб, газовой войны. Короче говоря, они помирают. Так вот эти соседи через стекло тоже помирают. Это такой печальный, но резкий пример. От того, что они резонируют со своими товарищами по одной колонии. А? Если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, с фамилиями после травмы черепно-мозговой. Эффект Гурвича, по-моему. Допустим, что это так. Значит, наши клетки живые, которые не только части наших органов, мышц и прочего, но они еще просто живые клетки. Они резонируют. Да? И бывают случаи тотального переживания, особенно в возрасте до 3 лет, когда все эти клетки резонируют как одно целое. В единицу времени, то есть в 1 секунду, они поглощают из пространства вместе с модулированную энергию, с которой резонируют, приблизительно 400 миллионов бит информации в секунду. Излучают поменьше. Понятно, надо же и себе что-то оставить. Взрослый человек из этих 400 миллионов бит информации в секунду, а так называемое осознает 8. Приблизительно. Я это называю 5 копеек. 5%. Смело так, оптимистично. Куда все остальное девается? А вот туда, в пространство, и образует такое энергоинформационное, то есть модулированное энергией СКО. Спасибо, Станислав. И вот этот огненный, а другие видят его еще как-то, шар. Многие принимают, глядя в себя, что это где-то там, в космосе. Напоминаю вам о Тесле. Тесла,
пережив такое восприятие присутствия при гибели своего брата, научился этим пользоваться. Всю жизнь он рисовал чертежи сложнейших электрических машин без расчетов. Их изготовляли, и они работали. Но что он вытворял с электричеством, до сих пор в тумане. Не все. Сейчас книжек понаписали много по случаю годовщины Тунгусского метеорита. Но так вот я все их прочитал, я очень люблю Теслу. Потому что объективно, объективация. А он говорил, что он выходит в космос, там он приближается к огромной светящейся планете, которая является информационным центром Вселенной, и оттуда, согласно своей базовому намерению, спасибо Карлосу Кастанеде, получает информацию именно об электричестве. Где эта планета находится? Там, вот в этой Вселенной, которая у нас внутри. Ой, знаете, иногда человек напоминает мне мальчика с Пальчикова, женившегося на женщине-великанше, и в первую брачную ночь он по ней бегает и говорит, и это мое, и это неужели это все мое? Вот так человек смотрит на самого себя в полноте. Неужели это я? И это я? Не надо. Ни воскребом, ни воскребом, а я маленький такой. Спасибо Шуфутинскому, по-моему, если я ошибаюсь. Так вот, если мы со стороны интеллекта, который не занят, он свободен. Вообще-то он ни нафиг не нужен для жизненной необходимости. Потому что потребность он не обслуживает напрямую. Товары, которые он производит, в большинстве случаев никому не нужны тоже. А если нужны, то бесплатно. А информация, это же бесплатно. Понимаете? Ну и что, что это технология? Это все субъективно. Ну и хорошо. Можно создать такую структуру, которая будет извлекать из этого СКО, которое древние назвали душа, а в старорусском языке это вместилище и чувствилище. Послушайте, какая музыка. Вместилище и чувствилище. Можно из этого вместилища и чувствилища извлекать информацию и энергию. То есть вы получаете автономный ресурс, который принадлежит не им, а вам. У «я» появляется собственный атомный реактор. Ну так, на всякий случай. Вообще-то не нужен, конечно, при такой жизни. Но... Но некоторые, такие, например, люди, как Итигелов, с помощью этой штуковины, такой полноценный субъект деятельности, да, ЦУП, Центр управления полетами, как известно, оставил нам живую плоть. Безответственный человек, а сам где? Почему до сих пор не пришел и не рассказал, как он это сделал? К ответу Итигелова. Ну, говорит, приходите, расскажу. То есть, в принципе, можно осуществить эту мечту. Автономная энергоинформационная единица.
сохранением самотождественности. То есть не обязательно растождествляться, сливаться с абсолютом или там стать пищей для орла. Спасибо, Карлос. Можно, оказывается, продолжать свое пребывание в этом замечательном, увлекательном мироздании, сохраняя самотождественность. Я лично готов, если получится. Но я вообще и в теле готов жить вечно. Я об этом много раз официально заявлял. Я готов отказаться от перевоплощений, развоплощений. Я готов. Мне интересно. У меня когда спрашивают, а чего вы, собственно говоря, достигли? Вот вы 50 лет жизни угробили. Ни карьеры не сделал настоящей, ни бабла не нарубил, понимаете, толком. Ни славы. А больше ничего и нету в социуме. Что нам может дать общество? Деньги, славу, власть. Все. Ну, зато мне жить интересно. Я знаю очень успешных людей социально, материально и по славе, которым очень скучно. Маются бедняги. Уже все попробовали. И куршавель, и канны, и мясо молодого, и кокаина, и шампанского по 10 тысяч долларов за бутылку. Ничего не помогает. Вам их не жалко? Был замечательный сериал. Название, вернее, было у него замечательное. «Богатые тоже плачут». Все люди, люди, и ты в том числе. Вот когда я чувствую, что Манька там подкрадывается, какая-нибудь величие, суперзначимости, что я такой крутой, как сейчас говорят, я сам себе говорю, все люди, люди, и ты в том числе. Поэтому никому не завидуй, никому не подражай. Ни с кем себя не сравнивай, потому что ты ничего не найдешь. Это все люди. И ты люди. Некоторые, правда, говорят, что они уже сверхлюди. А, сверху упали, очевидно. Я нет, я вот человек, люди. Такой же, как все. Просто, ну, так случилось. Вот меня удачно уронили в лестничный пролет, как говорила моя шефиня. У вас, Игорь Николаевич, травма в интеллект пошла. Повезло. Сижу и однажды, лет мне 14, как вы понимаете, период бурного гормонального созревания. Мысли должны быть соответственные, да? Сижу на подоконнике, смотрю на улицу. Квартира на первом этаже, стены 1,5 метра, подоконники метр. Сижу, смотрю, люди туда-сюда разные. Среди них красивые девушки. Да? Потребность доминирует. Естественно, из фона выделяет возможные объекты удовлетворения. Вы не замечали? Простая вещь. Хочешь кушать, идешь по улице, так жратву и видишь вообще. Хочешь что-то другого, идешь по улице, так и видишь партнеров возможных, партнерш, да? Хочешь еще чего-то, то и видишь. Что хочешь, то и видишь. Ну, классно устроенное, но. Зачем нам видеть микробов? Мы что, микроскоп? Не хочу и не вижу. Мало того, что мне Бехтерева перед смертью покаялась, что, оказывается, глаза, уши и прочие органы ни при чем. Что все это мозг видит, слышит, обоняет, а потом проецирует на эти мониторы.
так он и проецирует, поэтому так хорошо, я вижу только то, что хочу. А так бы, если бы он, я глазами бы видел, о, доктор, лучше бы я этого не видел, правда? Но еще Будда, если вы помните, ну да, вы помните, конечно, помните, он говорил, что он за один миг, ну это приблизительно 0,1 секунды, да, отслеживает 10 тысяч мыслей. Да? А вот недавно я прочитал о серии экспериментов, что человек опознает знакомое лицо в толпе за 0,1 секунды. А, я тоже так сделал, вот как вы так. Потом Бехтерев, спасибо ей, земля и пухом, душой покой. Созналась, что это мозг видит. Пока мозг там отберет, что надо, что я хочу, перейдет другой код, передаст в глаза, и я это увижу. Да сколько там? 0,2 секунды или 0,1, я не помню. А так 0,1. Теперь дальше. Все очень любят, все, кто этим занимается, очень любят так легко говорить. Вот ребенок в первые 3 года усваивает столько, сколько взрослый человек за 30 лет. То есть ребенок гений, взрослый человек дебил. А чем он это делает? Чем он усваивает? Он же слов еще не разучил. Он же книжек еще не читал. Учителей еще папу с мамой не слышал, а уже учителей тем более. Чем? И тут есть замечательная сумасшедшая гипотеза, что кроме обычного режима сознания, у нас есть, который работает с количествами. Да? Слова – это ведь тоже количество. Конвенции, порядок, последовательность, количество букв, количество циферки. Ой, я помню, в состоянии 3D в лаборатории, когда был кроликом, тест такой, знаете, буковки вычеркивать, которые не нужны, да? Входишь в этот режим и так буковки, 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 буковки. Вот. Ну, полный дебил. А результат вот такой. Экспериментаторы радуются, у вас какой, вы смотрите, вы не пропустили ни одно, мы вас поздравляем. Я думаю, с чем? Бумагу попортил. Есть так называемая качественная сторона сознания. Это гипотеза. Правда, у меня она работает. Не всегда, конечно. Но бывает. Скорость переработки информации 10 тысяч раз превышает обычную. Объемы 10 тысяч раз превышают обычную. Откуда взять обеспечение? Да? А у меня же атомный реактор. Но беда в чем? Поскольку это происходит не в конвенциональной, а в субъективной реальности, там нет слов. Помните, как сердцу высказать себя другому, как понять тебя, поймет ли он, чем ты живешь, мысль изреченная есть ложь. Спасибо, тючел. Поэтому, сейчас я скажу ужасную вещь, индусов нет? Хорошо, им передадут, это уже легче. Все их тексты – это комментарии к картинкам. Картинки они оставили у себя, а тексты дали нам перевести. Спасибо.
Поэтому у них получается, а у нас нет. Ну какие же там могут быть слова? Вот представь себе простую картину, кающаяся Магдалена. Помните эту миниатюру? Сколько нужно слов, чтобы описать эту картину? Полностью. А увидеть? Ну ладно, оставим одну десятитысячную. 0,2 секунды. Значит, вся та информация, которую вы потом переведете в слова, входит в вас за 0,2 секунды. Картинка, симультанный образ. Так вот, картинка – это есть мост между конвенциональным миром, где мы говорим словами, слова – это конвенция, да, мы так договорились, и реальность вся наша конвенциональная, поэтому право, они говорят, это иллюзия. Это же наша иллюзия, правильно? Поэтому она реальна. Конвенция, мы так договорились. И вот этой самой стороной сознания, которая работает синхронно с душой, а вот эта линия плоть резонирует, подает 400 миллионов бит информации в секунду вместе с энергией, потому что это модулированная энергия. Да, с этой стороны активный субъект подключается с помощью более-менее подходящей структуры, вытаскивает это. Да? И дальше с помощью картинок переводит на конвенциональную сторону. Вот так именно и делал Тесла. Он не мог писать и циферки, и буквовки. Там нету циферков и букв. Но он мог рисовать картинку, чертеж. Да. За 20 лет ни разу не ошибся. Это факт. И не медицинский, а технический. Медики, они, знаете, около спиртов трутся. Спасибо Владимиру Владимировичу Маяковскому. В советские времена под городом Ригой на территории нынешней Латвии была спецпсихушка, куда свозили всех, у кого крыша поехала от разных практик. Но они не знали, что сумасшедший должен быть веселым, а крыша должна ехать вместе с домом. И они не знали, что духовная практика – это не Олимпийские игры, вышли дальше быстрее, а это ход улитки. Я видел это съемки, эти вот кадры документальные, как улитка переползает через опасную бритву. Перед этим показывают, что листок бумаги так падает. Улитка. Но она не только тю-тю-тю. Я видел 3 тонны улиток, лезущих на забор. Ну, вот она. И ничего не режется, потому что ничего не пропускает, ни микрона. Знаменитый ход улитки. Тогда и крыша вместе с домом, и настроение веселое. Так вот, я был знаком с кандидатом медицинских наук, тема его кандидатской диссертации. Оттуда, из этой. Я жил в Литве, рядом, по соседству. Мы жили по соседству, встречались просто так. Не знаю автора, но спасибо ему. Он написал кандидатскую диссертацию, с успехом защитился на тему «Неконтролируемый прорыв материала подсознательного, бессознательного в сознание». Ну, бессознательного – это, конечно, не сознание, да? Это бес.
Но вот когда он врывается в сознание, по-русски классный каламбур, его же не переедешь, наверное. Знатоки других языков, попробуйте перевести. Бессознательное. Без сознательного. Так вот, он мне рассказал очень трагическую, на самом деле, историю. Привезли к ним как-то труп. Привезли люди из серьезной организации к ним на вскрытие. Они говорят, почему к нам, почему не в морг? Он говорит, не ваше дело. Вскройте позвоночник. Мы вскрыли позвоночник. Спинной мозг был черным, как будто обугленным. Ну, так потом от переживаний приняли, что положено, спиртосодержащее. И намекнули, в чем дело. Он где-то за бешеные деньги, для себя бешеные, купил текст с практикой энергетического удара. И без всякой предподготовки, без знания контекста, без всего, он это сделал. Упертый был парень. И скончался. Но это крайний случай. С вами, конечно, этого не может случиться, потому что не может случиться никогда. У вас просто терпежу не хватит сделать. Знаете, я всегда говорю, вот опять же в священном книжке, описывающей жизнь моего друга, почти без иронии говорю, без юмора и аллегорий, друга по духу. Иисуса из Наина, из Назарета, написано, что в ночь перед всеми этими чудовищными событиями он молился отцу своему до кровавого пота. Доминет меня чаша сия. Он не молился, только не выбери кого-нибудь другого, иначе мне славы не достанется. Доминет меня чаша. Подскажи какой-нибудь другой ход, чтобы победить Каифу. Чтобы весть, которую я принес, что мы дети твои, возлюбленные чада, не погибла, и мы опять не стали бы рабами Божьими. Но другого выхода не было. И он сделал то, что сделал. И мы иногда вспоминаем, за что, собственно говоря, он жизнь отдал. За эту потрясающую весть. Она до сих пор потрясающая. Потому что до сих пор венчаются молодые люди и слышат, венчается раб Божий с рабою Божьей. Я спрашиваю у священнослужителя, ну как же так, что Каифа победил у вас в церкви? Он не знает, что ответить. Их не подготовили к этому вопросу. То, что Христос принес весть о том, что мы дети Божьи, возлюбленные чада Его, это они помнят. А что нельзя после этого, если ты христианин и веришь в Христа, в эту весть Христа говорит раб Божий, этого они не помнят. Но нельзя. Это отрицает одно другое. Так он молился до кровавого пота. Я предлагаю часто людям верующим, я очень уважаю верующих, верующих людей, не адаптировавшихся к тому, что верить сейчас популярно, а верующих. Я встречал их, к счастью мое, и в разных конфессиях, и среди христиан, и среди католиков, и среди
буддистов, и среди мусульман, и среди иудеев правоверных. Верующие люди понимают друг друга и не кричат, что наше болото самое болотистое. Попробуйте, помолитесь хотя бы до пота, простого пота. Вот. Не потому, что жарко, как сегодня, а в тени оливы, в ночь. Помолитесь до пота. А потом я встретил несколько источников, где описывается, что в экстремальных всяких ситуациях действительно такое возможно, что кровавый пот, когда кровь выступает через поры кожи, возможно. Ну что это я все вот это... Да. Ну, тут Володя упоминал о моей вариации «Тайной вечери». Она носит код «Лица стерлись, свет остался», а полное название «Дух, кровь, плоть». Потому что все они пролили кровь, все участники, кроме одного. Но вот он загадка, конечно. Его и отравить пытались, и все. Но он умер своей смертью, естественной. А всех остальных мученически погибли. Поэтому кровь – это кровь. На Востоке говорят, смерть – лучший учитель. Что тут человек вздрагивает как-то и начинает понимать, что вот я когда-то с молодыми людьми, так от 25 до 30, повесил большой лист ватмана. Написал «плюс ценности и минус ценности». И говорю, записывайте. Так вот, в минус ценностях смерть была, а в плюс ценностях жизнь не была. Я спрашиваю, а почему, ребят? Что жизнь не ценность? Он говорит, а вот это все, показывая на плюс ценности, и есть жизнь. А вы говорите, революция сознания. Я думаю, что революцию можно подготовить. Если мы все преодолеем эту пропасть, которую нас засандалили, когда у нас ни в школе, ни в вузах многих, не было ни психологии, ни логики. Подумайте, что сделала советская власть. В 18-м году убрали логику, если я не ошибаюсь. Не ошибаюсь? А в 30 каком-то психологию. Значит, то есть Ленин, а Сталин продолжил его святое дело. Все. И все поколения людей, которые должны были жить при коммунизме, я вам сейчас покажу. Психосоциальная зарядка. Делай раз. Ну что, надо уже закругляться, жарко. Не знаю, чего-нибудь я рассказал или так просто поболтал. Но мы же договорились, да, побрехаловка, правильно? Так, теперь положено саморекламу прокрутить, правильно? Я же не воспользовался такой ситуацией. Правда, народу мало, не то что у иностранных докладчиков, но зато лучшие свои. Я попробовал это все в текст загнать. Да? Вышла первая часть этого текста, называется «Интеллектуальная авантюра». Вторая тоже так будет называться, осенью выйдет. Спасибо
прекрасному городу Питеру и тем людям, которые там работают в издательстве и издают мои книжки, потому что я помню 1985 год, когда я перестал верить в собственное пророчество, когда я в 16 лет ляпнул, что мы еще доживем до капиталистической революции. Ну, понимаете, последствия. Кто-то же успел добежать первым. Вот. И отдал в сам издат текст. Но ничего, она все-таки произошла. Сейчас вот есть печатное издание. Но еще раз напоминаю. Слова – это либо стена, либо дверь. Если кому-то какие-то слова из этих текстов откроют дверь, как респект, да, и уважуха. А вот если кому-то слова эти добавят еще несколько кирпичей в духовные стены, ограждающие маленького человечка от большого мира, тогда сделайте то, что сделал мой мастер. Я ему подарил свою книжку первую. Ну, он говорит: о, молодец, молодец, молодец. Потом, сколько приезжал, он пользовался ее, он вырывал страницу очередной, делал кулек вместо пепельницы. Так и вы делаете, если что. Это же не я написал, это Игорь Калинаускас. Игорь Калинаускас, там написано. Игорь Калинаускас. Это же не я, а Игорь Калинаускас, да? Я ноль, как мы выяснили с вами, да? Зовут меня никак. Поэтому я придумал себе нескольких, я их называю живых персон. Есть Игорь Калинаускас, есть Игорь Силин, он поет так вот, так вот. Ну и по-разному, или вот так вот. Есть инк. Он рисует картины. Одна вот там висит, фойе. А знаете, почему я рисую картины? Ну, я же много работал с художниками, пока был режиссером, пока мне не сказали, ну вы же понимаете, что вам больше не работать в наших театрах. Вот этот смех запомнил очень красиво. Вот, поэтому... А с художниками взаимодействуя, знаешь, сам заражаешься. Потом я в детстве ходил в кружок целый год, писал акварели, и даже одну выставили на городской выставке, я так гордился и бросил поэтому. Ну все уже, достиг. А тут как-то вот так случайно, говорю, вот здесь вот мне кажется что-нибудь такое длинненькое, вот такое вот, сделайте холст, загрунтуйте, я нарисую. Брякнул, забыл. Через месяц мне говорят: готово, приезжайте. Они скупили всю темперу в Петербурге, итальянскую. Загрунтовали лист ДСП. Сколько там размер? 2х3 или 1,5х2? Ну, в общем, огромный этот вот толстый, чтобы я не мог его порезать, выбросить. Ну, так я написал первую картину. Я неделю, извините за слово, медитировал, пока не увидел. Потом пришел, взял кисть. Я никогда не учился этому. Взял кисть. Ну что, безвыходная ситуация. Придется включать атомный реактор. Переходить на эту сторону сознания. Перешел. И дальше я получил море удовольствия. Я наблюдал за рукой. Она сама находила нужную краску. Она сама там, сама узнала, как это вот так, вот так. Ну там же, сколько видел я, да, этих художников за работой, в фильмах, в жизни. 66 спектаклей, 66 художников. И то она так. А я такое получил удовольствие.
И до сих пор я пишу только тогда, когда вот мне хочется этого эротического, чувственного такого вот. Есть у меня вот такое масло H2 Oil. Одна фирма в Голландии делает. Не воняет. И лак к ней H2 Oil не воняет. И кисти отмываются водой с мылом. А при этом масло. У них, как это называется, ноу-хау такое. Они никому не продают. И вот это вот. Отики, отики. И потом еще пальчиком. Так, лессировочка. Я даже слова некоторые выучил, что уже не совсем. Лессировочка. Пастозно. Аля прима. Вот видите, уже как-то. Вот. А потом начал писать портреты. Ну, кто-то говорит, что это шаржи, а кто-то их называет портретами сущности. А мне интересно самому каждый раз, что я нарисую, глядя на человека и общаясь с ним. Ну, есть еще там вот несколько персонажей. Я там мастер Тын. Ушу, китайская семейная традиция, 600 лет. Я к семье не имею отношения, просто по блату кайфовали с мастером. Вот. Ну, еще кое-что. Ну, есть персоночки. Но это же не я. Как только я сесть, поймаюсь и скажу, это я сказал, это я нарисовал, это я... Все, кирдык, стены. Но мне нравится то, что они делают. В основном. Серьезно. И книжки я читаю иногда Калинаускаса. Кайфово. Недавно взял «Наедине с миром». Ей уже 25 лет этому тексту. Не, вру, 30. Нет, 25 все-таки. В 85-м я закончил. 25. Еще молодая. 25. Молодая женщина, да? И так 10 уже изданий маленькими тиражами, но 10 раз уже переиздавали, потому что ну, расходятся. Ну, издатели, да, книгопродавцы, они же... Слушайте, так интересно. Интересно было почитать в некоторых местах. Ну вот, 5 минут славы прошло. Бурные аплодисменты. Ну вот, а теперь, как бы по традиции, положено что-нибудь вам пожелать. Желаю вам быть сильными, умными, добрыми, живыми, веселыми. И самое главное, на мой вкус, чтобы был этот самый вкус жить. Вот я здесь давно и не надоело. Всего доброго.